моление Твое, кребеда олфараме, и по молитве народа моего, аминь, аллилуйя, я очищу эту землю, и ремене олфараме изниму. Вскоре этот карантин. Кебеда олфараме, аминь. И так ободрись каждая душа. И мир мой небесный наполни сердце, когда ты будешь с верою взывать ко мне, аминь. Рама легал. Аво очи, я собрал тебя, аво очи, у ног своих на всем месте, аво очи, ибо я приготовил прибежище для народа своего, и буду питать, аво очи, чтобы мой мертвых побился, аво очи, чтобы поднимал руки веры, аво очи, и не сомневался, ибо я проведу свой народ, аво очи, я не оставлю верных, аво очи, гейсер, аво очи, поднимайся народ в духе, аво очи, гейсер, аво очи, слав и благодари, ибо победа твоя в Боге, аво очи, гейсер, аво очи, я великий Бог, я храню свой народ, аво очи, аво очи, умножаю веру, аво очи, гейсер, аво очи, не смотри, аво очи, постарайся, ибо враг еще будет показывать великие чудеса и знамения, но как хочу, аво очи, чтоб ты имел, аво очи, духом развлечения, аво очи, ибо не всякий дух, аво очи, гейсер, аво очи, провозглашает истину мою, аво очи, будь внимательный и осмотрительный, аво очи, не всякому духу верь, аво очи, а доверься, аво очи, научись меня слышать тишине, аво очи, гейсер, аво очи, когда прихожу в тайную комнату, аво очи, и как хочу народу своему открывать и подавать пищу, аво очи, чтоб не потерялся, чтоб не отступил, аво очи, от меня, от истины, аво очи, укрепляйся народ, аво очи, ибо я буду производить еще на этом месте великие чудеса свои, аво очи, еще приведу народ, аво очи, и будешь радоваться, и будешь видеть, аво очи, что я буду делать на всем месте, аминь. Аминь.